И всем привет-привет, ребята! И с вами снова я, ваша Аня. И сегодня я снимаю распаковку тех подарков, которые мне подарили на Новый год. И перед началом этого видео не забывайте ставить лайки и, конечно же, подписываться на канал, чтобы ваша красная кнопка внизу становилась серой. Ну а мы начинаем! Первый подарок был от Деда Мороза, и этот подарок состоял из такой коробки конфет. Также вот в такой красивой коробочке лежали вот такая вот игра. Далее вот такие вот новогодние трости, конфетки карамельные, очень классные. Одну я уже съела, как вы можете заметить. Также вот такие вот картриджи для моего Инстекса. Они очень прикольные. Вот так вот они будут выглядеть, то есть вот. Также в этот подарок входил штатив, и я его сейчас показывать не буду, так как я с его помощью снимаю. Первое, что я увидела, открыв следующий подарок, это был вот такой вот Санта или же Дед Мороз, который вешается как-то на окна, не знаю, очень классный. Будет висеть на окне и будет забираться в мою комнату. Далее в этот подарок входила вот такая вот как бы статуэточка, не знаю, как назвать. Очень классная такая девочка вообще. Далее в этом подарке находился вот такой вот набор бомбочек. Я точно не знаю, сколько их, но насколько я вижу, их там около 5 штук. Вот такой вот классный набор. Далее у нас идет вот такая вот шоколадка. Вот такой вот блокнотик. И также в этом подарке находились вот такие вот 3 чудесные ручки. Одна из них с вот таким снеговиком, и она светится. Далее вот такая вот цветная с авокадо и с Сантой или же Дедом Морозом, вот. Затем в этом подарке лежало вот такое вот мыло фигурное в виде тигра. И последнее, что находилось в этом подарке, это вот такие вот румяна. А еще сладости, которые я уже съела из этого подарка, находились в этом чудесном пакетике. И следующий подарок выглядит вот так, в таком огромном пакетике. Внутри этого пакета лежит вот такая вот коробка Сникерса. Также вот такой вот набор, не знаю, как это назвать, линеек. Очень прикольный. Там идут в комплекте такие вот штучки. Ты их как бы кладешь в этот круг, начинаешь обводить, у тебя получаются разные вот такие вот, как на фоне нарисованы рисунки. Очень круто. Далее в этот подарок входила вот такая вот крутая, милая копилка. Следующее, что было в этом подарке, это вот такие вот носки. Они очень классные, они мне прям очень понравились. Они со смайликами. Далее тут была вот такая вот штучка для волос. А это солевой спрей. И последнее, что было в этом подарке, это то, что я уже распаковала и написала тут с Новым годом. Это вот такая грифельная доска. И последний подарок выглядит вот так. В нем лежал вот такой вот пакетик со сладостями. Далее вот такая вот соль, как я понимаю, для ванны. Такие наклеечки. Далее вот такой вот чокер из бисера с буковкой первой моего имени. И следующее, что лежало в этом подарке, это вот такая вот крутая бомбочка для ванны. Далее вот такие вот звездочки, которые растворяются в воде. А также мне подарили костюм вот такой вот фиолетовый, в который я как раз таки сейчас одета. И хочу сказать большое спасибо всем за подарки. На этом мое видео подошло к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И всем пока-пока!